романтичному виду почтовых сообщений. Не-не, у нас тут все натуралы. Давайте присоединяйтесь, там танцпол достаточно большой, поэтому будет приятно и вам, и нам. Не-не, нам будет приятно. Расскажу в письме о том, как дарили мне в детстве папа и мама марки. Говорили, держи, сынок, посмотри, до чего хорошо. Но мне не были по душе эти подарки. Я марку лизну и на конверт наклею, а после отправлю тебе не смс и не имейл, по почте письмо. Полетит оно по стране и с толстой сумкой на ремне. В синей фуражке доставить тебе его точно я. Этих красочных красок марь. Мне дарили такую даль, такие выси. И письмо свое я пишу, но известно лишь карандашу, что в этот самый момент ты скрип его слышишь. Я марку лизну и на конверт наклею, а после отправлю тебе не смс и не имейл, по почте письмо. Полетит оно по стране и с толстой сумкой на ремне. В синей фуражке доставит тебе его почта. И полетит письмо по стране и с толстой сумкой на ремне. В синей фуражке доставит тебе его почта. Как вам сейчас слышно в зале? Отлично! Очень плохо.